и «Нафтан» и выдали потрясающий футбольный спектакль. 3-5 закончилась та встреча. Свисток. Ну и игра у нас началась. Мяч может застревать. Карпицкий получает на правом фланге он передачу. Спасюк против него. Карпицкий бьет слева. Вот первый удар по воротам. На хитрость, да. Толкина. Толкин бьет. Бьет низом как раз-таки Толкин. Вот и пригодился как раз-таки Ковалевич. И еще одна попытка пробивать. Здорово, снова накрывает Нафтан. Баль. Берг. Направо. Входит в штрафную. Удар по воротам. И не попадает. Не попадает Толкин. Смотрит в небо. Хорошая атака сейчас может получиться у Шахтера. Прострельная передача, удар по воротам, и Зиньков открывает счет. Провал в обороне Солонима. Он привел там. Спасюк, навес. Удар по воротам. В первом тайме. Подача, удар по воротам от Толкина. Ну так... Ошибка какая от Чернявского, и можно наказывать сейчас. Ковалевич в штрафной, Ковалевич получает, и 2-0. Четко разыграли горняки, убийственная просто ошибка от Игоря Чернявского. Он сейчас схватился за голову и не пожадничал, главное, и Курло. Продолжение есть, штрафной уже Слоним, навес, Герасимчик проскакивает мимо мяча, бить не дают, Баль, прострельная передача, замыкай же, ну удар по воротам и ошибка, ошибка, Карпицкий, это его возможность, он вышел один на один, Карпицкий, ну Егор, и 3-0, очередная ошибка защиты Слонима, и вот незаметный Карпицкий забивает свой очередной мяч. Левич. Курлович. Удар по воротам ободящий. Курлович. Ковалевич будет добивать. Убирает, добивает. И 4-0. Ковалевич забивает снова. 90-я минута. Чуть ниже волна, а также 14, ну и пятая с Маргонь. Одинаковое количество очков с Рогачевским Макслайном у этой команды. 13 баллов. Ой, пятый. Это Егор Карпицкий. Вот так. Как-то все уснули, все устали или что там случилось. В общем, получает очередную...